Вот, ну я продолжу. Вот, считается, что течением жизни Будда, ну, опять же, это традиция говорится, да, говорится, что Будда дал 84 тысячи совокупности учения. То есть разным людям, разным, как бы, с разными способностями, с разными склонностями и так далее, он давал сообразно их пониманию наставления, да, и поэтому все эти наставления, они были адресованы разным людям, и говорится, что их таких наставлений насчитывается 84 тысячи совокупности. Вот. И это большое количество, как бы, информации, естественно, если там не обладать такими способностями, как Ананда, или там, ну, такой феноменальной памяти, то многие монахи стали, видимо, забывать эти наставления, и возникла опасность, ну, что какие-то наставления забудутся и исчезнут, то есть не передадутся следующим поколениям. И поэтому монахи там на третьем, четвертом соборе, но я точно пока не могу сказать, следующее, наверное, занятие лучше сделать. Я сделал занятие, посвященное вот как раз буддийскому канону. Вообще, какие виды канонов существуют в настоящее время и как они возникли, как формировались и так далее. То есть об этом поговорим в следующем, через неделю. Вот. Четвертый, по-моему, собор они решили записать на пальмовых листьях, и вот так возник собрание слов Будды. Возникло, вернее. И вот разные версии его существуют в настоящее время, но это об этом мы поговорим. Вот, ну вот так вот, вкратце, да, вот 12, о 12 деяниях Будды, вот, как описано в Лалита-Вистаре, вот, согласно этому изложению, это такая краткая биография. Так как источников, конечно, мало сохранилось, да, мало информации, потому что это очень давно произошло, да, вот, 2500 лет назад, поэтому, как бы, такие отрывочные сведения из жизни Будды, большая часть, как бы, подробной информации есть именно после того, как Будда достиг просветления, потому что он давал наставления, и там разные сюжеты, события, там, они описываются в этих сутрах, то есть там, так я слышал однажды, Будда пребывал там-то, там-то, пришел то-то, то-то, задал такие-то вопросы и так далее. То есть Будда там отправился туда-то, еще что-то, там очень подробно есть информация, как бы, да. А вот до того, как, когда он в одиночестве находился, при том было очень много свидетелей, да, то есть когда он стал Буддой, его постоянно окружала община монахов, поэтому все события уже жизни, как бы, они были свидетелями уже, да, после этого. Вот. Но до того, как он стал Буддой, естественно, он знал только он один, и поэтому вот это именно сведения Лалита-Вистары, они очень ценные, потому что считается, что вот эту основу для Лалита-Вистары изложил сам Будда. То есть он сам рассказал о том, что происходило с ним до пробуждения. Вот, ну вот так вот вкратце. То есть, ну, как бы, есть разные мнения, да, на этот счет. То есть вот эти мистические какие-то моменты присутствуют, да, в разных биографиях. Ну, мы вольны выбирать, да, верить, во что нам верить или во что не верить, да, но реально, как бы, вот эти главные события, которые, они, как бы, сходятся во всех источниках. Вот. И что действительно такой человек существовал, который достиг просветления. И те учения, которые он давал, они, как бы, дошли до настоящего времени, и из них мы можем, изучая их, мы можем судить, насколько они мудрые или насколько они, как сказать, актуальны. То есть это мы должны уже сами исследовать, проверять. Если находим, что они мудрые, следуют жизни и становиться счастливее. Здесь вопросы. Так, вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас мы уже второй эфир запустили. Постараюсь на них отвечать. Вот. По каким дням и во сколько вы проводите подобные эфиры? Ну, на аккаунте Центрального Хурула я провожу по воскресеньям раз в неделю в 20:00 традиционное время. Вот. Каждое воскресенье. Ну, если там не возникнут какие-то обстоятельства, пока есть возможность. Христос посещал Будду. Ну, Христос Будду не мог посещать, потому что Будда ушел из жизни. Ну, в нирвану ушел 2500 лет назад.
Тогда как Христос, он родился только через 500 практически лет, поэтому он не мог его посещать. А, еще что я хотел сказать. Вот эти четыре главных события считаются, да, из жизни Будды. Это рождение, достижение просветления, поворот колеса учения и уход в нирвану. Считается, вот с этими событиями связаны четыре главных места, как бы, да, паломничества для, как бы, последователей Будды. Вот. И говорится, что вот об этих четырех, как бы, событиях сам Будда, перехода нирвану, он указывал на это, да, на важность этих четырех событий в его жизни. И поэтому он говорил, что ну, верующие потом в будущем, кто сможет посетить эти места с верой и благоговением, что они обязательно переродятся в благоучести. То есть, ну, скорее всего, переродятся, как бы, да, большие причины создадут. Такие, как бы, сильные причины создадут для рождения хорошей участи. Вот, это в Махапариниббана Сутре, по-моему, Махаянская версия, кажется, есть. Поэтому вот эти четыре места, ну, у нас, как бы, у паломников, ну, буддийских паломников очень популярны из-за упоминания в этой сутре. Вот, это место его рождения в Лумбини, сейчас оно находится на территории современного Непала. 20 километров, по-моему, от границы. Вот. Также, то есть это место рождения Будды. Второе место – это место его достижения Будды просветления. Это место называется Будгая, об этом говорил, да, там находится храм Махабодхи. Вот. И это место находится в штате Бихар, недалеко от города Гая. На карте можно легко найти. Вот. Третье место находится недалеко, ну или даже можно уже в пределах города Варанаси, Сарнатх называется местечко. Считается, что там Будда совершил первый поворот колеса учения, то есть первым этим пяти своим ученикам. Вот. И четвертое место – это место ухода в нирвану Будды, называется Кушинагар, оно тоже находится в штате Уттар-Прадеш, по-моему, этот штат называется, недалеко от города Горапур. Это на севере Индии тоже. Вот эти четыре места считаются вот как раз самыми такими важными, связанными с событиями, с самыми важными событиями жизни Будды. Вот. Обязательно ли делать ньондра через ламачоп? Нет, не обязательно. Ньондра – это же такая общая практика, как бы. Лама Чопа – это тантрическая практика, анатара-йога, уровня анатара-йога-тантры. Поэтому обычно ньондра делают перед получением посвящения. То есть, ну, это ньондра – это неправильное, как бы, искаженное произношение. Вообще, по-тибетски говорится монджо. Монджо – это вот предварительные практики. Это устоявшееся уже в русском языке, да, ньондра слово. Вот, это предварительные практики, предваряющие что? Предваряющие получение тантрического посвящения. Поэтому через ламу чопу он вряд ли делается. Ну, это только уже после получения посвящения обычно. Ламу чопу можно практиковать, имея посвящение антар йога тантры только. Вот. И если вы, конечно, делаете ньондру уже после посвящения, то это уже не совсем ньондра уже получается, то есть не предварительная практика, да, а просто практика накопления очищения, можно сказать. Вот. А именно слово ньондра означает именно предварительная, как бы, практика, да, поэтому через вам учебу вряд ли ее правильно делать. Ну, кто не знает, да, вот в предварительной практике это простирание совершается, мандала подношение делается, да, начитывается там прибежище и начитывается мантра, вот же сатвы, стослоговая мантра. И каждая эта практика делается по 100 тысяч раз, то есть делается 100 тысяч простираний, 100 тысяч подношения мандал, 100 тысяч начитки, как бы, прибежища, и 100 тысяч раз начитывается мантра, стослоговая мантра ваджасатвы. Считается, с помощью этих практик мы накапливаем большие заслуги, карму очищаем.
и этим самым подготавливаю себя к достижению, ну, как к посвящению, получению, правильному посвящению, тантрийскому посвящению, да, для того, чтобы наша практика была успешной. Медитативные практики монахов. Ну, про медитацию мы поговорим, возможно, в будущем. В целом, как бы, да, в общем. Если пожелаете. Вещи и сны Буддизм признает. Ну, в отдельных случаях, да. Ну, как бы есть сны обычные, есть сны необычные. Вот. Ну, их отличить я не знаю, как правильно отличить. Скорее всего, это должно быть, наверное, на собственное ощущение опираясь, да, человек должен анализировать. Потому что если человек много о чем-то думает, скажем, о каких-то вещах, да, вот, и потом, если ему во сне это снится, то как бы это естественно, да, как бы это просто мозг, он обрабатывает информацию, которая в течение дня она получалась, да. Вот, если сны постоянно повторяются, они одинаковые, и какие-то события там постоянно происходят, то это уже какой-то, ну, может быть, действительно знак, да. Вот, и особенно сильные такие переживания, скажем, испытываются. Возможно, это, ну, действительно какую-то основу имеет эти сны. Вот, ну, на самом деле у нас очень много значения придают снам, хотя это на самом деле сон, это сон, поэтому даже если вам приснились какие-то плохие вещи, не факт, что это плохой знак. Просто может, ну не знаю, какие-то естественные причины для этого были. Поэтому, если человек практикует тантрические учения, есть особые, как бы, да, там, знаки, вот, которые там, ну, соответствуют там. То есть йогин, он должен ориентироваться на знаки, да, но, опять же, это практики очень высокого уровня, и поэтому здесь, как бы, не совсем правильно придавать большое значение снам обычным людям. Но так в целом, да, вещи сны могут быть возможны. Но чаще мы сами себе просто придумываем что-то сверху. То есть какие-то наши концепции мы сами приписываем, да, своим снам больше значения, чем они на самом деле имеют. Скажите про сутру сердца. Можно отдельный эфир посвятить сутру сердца. В общем, как бы классу текст парамиты. Можно сказать, можно вот так сделать. Сегодня какое число? Сегодня 10-е, да? 23-го начнется версар. Вот, до 23-го нам надо по версару один эфир сделать. Вот следующий эфир мы сделаем по буддийскому канону, да, то есть, ну, вот о совокупности учений Будды, которые дошли до настоящего времени, какие вообще существуют каноны, как они появились, вот, ну, насколько я знаю, постараюсь рассказать, вот, и это получится 17-го, да, тогда не получится. Нет, следующее занятие мы сделаем по версару. А через занятие продолжим вот эту вот, как бы, логическую цепочку, то есть жизнь Будды, потом вот его учение, то, что сохранилось, да, каноны, и потом уже отдельно сутропорожные параметры, да, какие там, в общем, можно один эфир посвятить. Сутра сердца – это одна из самых кратких сутропорожные парамиты, сколько там мне строф. Не помню, сколько строф, но это одна из кратких самых версий считается. Вот. И так как она очень краткая, ее очень удобно читать. И считается, что в ней содержится весь смысл, как бы, сутропорожнепарамиты, и поэтому она как раз часто используется в разных ритуалах. Существует ли алгоритм действий, приводящий к просветлению, или этот путь индивидуальный? Существует алгоритм действий, приводящий к просветлению, и вот он изложен как раз вот в этих буддийских учениях, всех 84 тысячах совокупности учений, которые Будда в течение всей своей жизни давал.
И говорится, что каждое слово просветленного, оно приводит к созреванию, либо просветлению учеников. Естественно, кому-то они адресованы были для отдельных людей, там, да, специфически, скажем, но считается, что для разных типов личности Будда дал разные учения. И поэтому все вот эти поучения, которые он дал, они преследуют цель достижения просветления учениками, которым он адресует. И, естественно, не все, конечно, эти учения могут подходить лично нам. То есть, если один тип личности, допустим, для них такие наставления подходят, для другого типа личности не совсем они подходят, да? Поэтому как бы нужно ориентироваться как бы в этом, да, в этих наставлениях, вот, чтобы понимать, что для вас конкретно для вас подходит. Поэтому существует такое очень долгое обучение буддийское, как бы в традиционной, да, в монастырях и так далее, чтобы учитель был как бы достаточно квалифицированным, чтобы наставлять других, он должен, в принципе, иметь представление вообще в целом об учении Будды, да, то есть обо всех этих учениях, которые Будда давал. Вот, поэтому этот процесс как бы не быстрый. Ну, естественно, сам он должен тоже хорошим практиком быть, в первую очередь. Вот, существует алгоритм, обычно как бы это такие как бы наставления даются, ну, как бы систематизированные и последовательно изложены в литературе традиции Ламрим. Ламрим — это последовательный путь к пробуждению, считается, да? Да, если вы даже как бы не обладаете хорошими знаниями о практике, да, то Ламрим, последовательно изучая и практикуя, вы можете уже, ну, наверняка как бы продвинуться в своей практике. Потому что есть практики для высших уровней, есть практики для как бы существ с высшими способностями, есть практики для существ не с самыми высокими способностями, да. И вот Ламрим как раз он это все последовательно излагает от низшего к высшему. Поэтому, если как бы последовательно вы это изучите и будете применять на практике, то как бы вы не ошибетесь. Вот. Поэтому это общий как бы алгоритм. Вот, последовательный. То есть, что нужно после чего практиковать, чтобы достичь просветления. И он для всех одинаковый, в принципе. То есть, все эти этапы каждый практик должен пройти. Естественно, кто-то, может, в прошлых жизнях уже проходил большую часть этого пути, да, естественно, они могут сразу с высокого уровня начать практиковать, там, достичь, сразу принять посвящение какие-то тантрические и успешно их практиковать, скажем, потому что у них для этого все есть. Но практики, которые, скажем, только на начальной стадии находятся, им полезно заниматься практиками начального уровня. Поэтому здесь в этом должна быть, как бы, в этом, конечно, индивидуальный подход должен быть. А калмыцкое имя можно дать мальчику? Ну, вы дайте сами. Насчет имен. У нас, как бы, ну, калмыки... ну, это хорошо, конечно, может быть, да, что такое уважение к монахам проявляется, да, что, как бы, просят там монахов или лам дать имя ребенку. Вот. Ну, я считаю, что правильнее давать имена самим. Вот. Но при этом есть такая как бы тоже мнение, что если там неудачно дать имя ребенку, он начнет болеть, там это на судьбу его повлияет и так далее, что лучше всего дать ему подходящее ему имя. Но на самом деле откуда мы можем знать, подходит ему имя или нет? Есть какие-то астрологические выкладки, скажем, да? Вот, по которым там некоторые, ну, как бы монахи, они могут смотреть, подходит это им или нет, но на самом деле я очень скептически отношусь к таким вещам, вот, потому что, ну, конечно, может быть, имя, оно как-то влияет, конечно, я не отрицаю этого, но как мы можем знать точно, что оно ему подходит или нет, это мы точно мы не можем сказать, есть какие-то, возможно, такие соображения там, но, опять же, астролог, он должен от и до хорошо все знать, чтобы точно уметь сказать, подходит она ему или нет, да? Поэтому я бы посоветовал правильнее, ну, как обычно я советую так, да, что вот какое вы хотели ребенку дать имя, да, вы ему дайте сами. То есть там, ну, из каких соображений, да, там родители могут ваши дать, там, да, или, ну, там, бабушка и дедушка, там, или там,
в роду каком, да, или какое красивое имя, которое вы хотите, именно калмыцкое имя, если вы хотите, да. Вот. И если вдруг, ну, какие-то проблемы могут быть, если возникнут, как бы, да, то можно всегда поменять имя, ничего страшного. Вот, поэтому лучше, если родители сами дадут имя такое, какое они хотели бы своему ребенку дать. Раньше калмыки, конечно, большое такое значение придавали красоте имени там, и так далее. Есть такая традиция, что вот когда ребенок болел, меняли имя или с самого начала давали имя, чтобы не сглазили, там вот Мукювин, да, вот у меня фамилия Мукубена, да. Мукувин — это плохой мальчик, там, или там Ноха-Гаха называли детей, то есть собака, свинья, там. Считалось, ну, такие были поверья, что если такое имя дать, то злые духи или там какие-то, он для них не будет привлекательным. То есть, вот, и в этом комнате такое очень много имен таких. С другой стороны, например, у бурятов, у них наоборот именно такие Буда, Каджума, там, такие Канда. Вот, то есть, наоборот, они давали вот такие имена большие, ну, как Ринчен, там, да, драгоценности и так далее. По-моему, наоборот. Такие имена считалось надо. То есть, если плохого человека имя дать, то он станет, ну, как бы, будет здоров, не будет болеть. Ну, у каждого свои традиции, как бы, народа, конечно. Раньше сильно не заморачивались с этим, конечно. Ну и ринчены, то, что там ринчены, это эренцены у нас по-калмыцки. По-калмыцкому обычно говорится, что эренцену, это имя, оно произошло от тибетского ринчен. Очень много тибетского происхождения имен. Подскажите, пожалуйста, во время жизни Будды, какова была его позиция относительно ритуалов? Ну, есть тоже разные мнения на этот счет. Традиция Тхеравады, она считает, что вот эти все ритуалы, которые махаянцы проводят, они противоречат духу учения Будды, да, потому что Будда, он учил, что брахманские, он очень критиковал много, видимо, при жизни ритуалы брахманов, особенно аскетические вот эти практики, которые в лесу они совершали, там огонь разводить, голым ходить, там только в листья или не знаю, там чем они, ну, прикрывались там какие-то листьями или чем, я не помню. Вот, такие аскеты были. Или там они сами себя, скажем, там, ну, резали свое тело, чтобы боль испытывать. И считалось, что через это карма очищается у них, вот через такую жизнь, такой крайний аскетизм. И Будда критиковал такую практику, потому что он говорил, что само по себе самостязание, вот это вот аскетизм, он не приводит к просветлению. Он не делает даже карму чище, потому что карму делать чище — это ваши мысли. То есть, если вы будете жить в лесу, питаться кореньями, там, в истощенном состоянии находиться, и при этом ваши мысли будут полны гнева, зависти и так далее, то от этого вы не привлечетесь никак к просветлению. Вот. Поэтому Будда считал, что основополагающее — это именно настрой ума. А там все остальное, то, что вы делаете, оно как бы имеет значение только в случае, если ваш ум, это влияет на ваш ум. Вот. И поэтому в этом контексте как бы имеет как бы смысл тоже какие-то ритуалы. Потому что в самой буддийской общине даже существовали определенные, как бы, ну, как скажем, правила. Там принятие, скажем, обета, принятие вот этой вот, скажем, как это называлось, васа, да, васа, ну, на пали это называется васа, это обет пребывания на одном месте, то есть это община принимает на сезон дождей, то есть с этим связано очень много ритуалов было таких внутри общины, то есть это тоже можно назвать ритуалами, можно назвать, я не знаю, как это называется, традициями, да, и это очень свято, вина и хранится, как бы все эти правила, как нужно вазу принимать, какую форму, какую одежду носить там, и все, и так далее. То есть это все очень подробно расписано, все эти предметы, какие используются, какие поклоны, сколько поклонов нужно сделать там, прежде чем ты принимаешь вот этот ну, обряд, этот проходишь, да, и так далее. То есть все эти ритуализмы, он, в принципе, уже в зародыше, он был уже как бы
внутри общины, да. Но в целом Будда он критиковал именно вот такой ритуализм, который не связан, то есть внешне, чисто внешне вот эта вот вся ритуальная практика, которая не связана с вашим умом. С другой стороны, в буддизме, как бы, я говорю, как вот внутри общины были ритуалы какие-то, и также потом, впоследствии появилось очень много, да, ритуалов. Опять же, как это не противоречит друг другу, то есть так как Будда осуждал вот эти, да, особенно он гадания осуждал там и так далее, как это не противоречит друг другу, то, что если вы практикуете какие-то ритуалы, допустим, буддийские, да, сейчас очень много практикуется, допустим, у нас в Оресте, там, не знаю, в махаянской традиции, да, в тибетской традиции, очень много практикуется тантрических ритуалов. Но нужно понимать, что тантрический ритуал – это не просто какой-то внешний, вы просто взяли колокольчик там в руки с ваджрой, там, постучали, там, какие-то мантры попроизносили, и все, и как бы это на самом деле, это и есть суть ритуала, да. Если вы так думаете, то вы расходитесь с учением Будды, потому что то, чему Будда учил. Потому что Будда говорил, что внешние одни действия сами по себе. Он критиковал, кстати, традицию брахманов, которые считали, что одно само по себе омовение, там, в реке Ганг, да, что она очищает твои грехи, твои прегрешения, там, негативную карму и так далее. Вот, и Будда говорил, что водой нельзя смыть грехи. Водой – это же внешнее какое-то действие, а ваши вот эти вот негативные состояния ума, они же внутри находятся. Вы не можете водой это смыть. Вот, но в то же время в буддизме существует ритуал омовения. Такой есть, да? Чусоль называется по-тибетски. Абхишека, он на санскрите называется. Ритуал омовения, в общем, с помощью которого омываются символически как бы все просветленные существа, там подносятся им прекрасные одежды и так далее. Вот вы Хурули, наверное, видели такой с носиком такой сосуд, там и на зеркало льют, там диск круглый, и на нее льют вода, а на нее еще павлинье перья еще на этом сосуде. Вот, это традиционный сосуд для совершения омовения бишеки. Вот, но в буддизме мы говорим, что любой ритуал, в основе его лежит какая-то работа ума. Вот, и особенно если это тантрический ритуал, там очень сложная работа ума должна, по идее, происходить. Я не говорю, что во всех случаях, где они делают этот ритуал, на самом деле это все происходит. Но по умолчанию, в идеале, подразумевается, что человек, совершающий этот ритуал, он является практиком тантры, во-первых, да, если он тантрический какой-то ритуал делает. У него есть все необходимые посвящения, он соблюдает все вот эти обязательства, которые он принял при посвящении. Он соблюдает все эти клятвы, обеты, которые сопровождают получение тантрического посвящения, да. При этом он хорошо разбирается в этой практике, умеет это визуализировать и так далее. То есть при этом у него все необходимые качества или установки для этой практики у него есть. То есть установка бодхичитты, отречение, понимание пустоты и так далее. И тогда, если он делает этот ритуал и правильно концентрацию как бы умеет сохранить в этот момент, как бы все необходимые визуализации совершает должным образом, тогда считается, что это практика. То есть это не просто какое-то внешнее действие, а это конкретно сосредоточение, то есть тантрическая практика, визуализация и так далее. То есть это и считается, что вследствие такой практики человек, совершающий ритуал, он приближается к просветлению. Потому что это на самом деле очень сложно, такую концентрацию держать. И мантры, я тоже в одном из эфиров говорил, что мантра – это защита ума считается, да, переводится слово мантра как защита ума. То есть, читая мантру, вы работаете над умом в первую очередь. Вот, и то есть погружаете, ну, свой ум моделируете, скажем так, да, направляете его в нужную сторону, в нужное направление. Если там практикуете сострадание, бодхичитту, то читая мантру, ваш ум должен быть неразделен с этим состоянием ума, устремление к состоянию Будды ради блага всех живых существ. Из великого сострадания как бы все это делаете, да, то есть если вы действительно погружаетесь в это состояние при чтении мантры, то, да, то тогда это вот эта практика становится вашей по-настоящему практикой. Если вы, совершая какой-то ритуал тантрический, там не просто бубните там эти мантры, да, и там колокольчиком стучите, а на самом деле как бы с пониманием, с должным пониманием пустоты и так далее, да, визуализируете, и в вашем уме действительно эти все вещи происходят, да? То есть при такой устойчивой концентрации, потому что это на самом деле очень сложный ритуал, очень сложная практика это. Вот. И тогда действительно этот ритуал может быть полезен для вас, ну и для других, для кого вы их делаете и так далее, да? Вот. В этом контексте мы говорим, что это не противоречит тем наставлениям Будды, где он критиковал вот это брахманские ритуалы разные, да?
Вот, поэтому нужно вот это понимать. То есть сами по себе ритуалы, они разные могут быть. Внешние ритуалы Будда не считал, что это важны, что они важны. Он не считал, что это к чему-то приведет. Но если вы работаете на своем умом, если вы концентрируетесь, практикуете действительно йогу, да, вот, тантрическую, то внешне это может в качестве какого-то каких-то действий выражаться, а может не выражаться. Неважно. Если в вашем уме это все происходит, то вы практикуете должным образом. Почему изучают только 4 философские школы? Ведь их было больше, например, 18 ранних школ. 18 ранних школ, они входят в традицию лайфхашиков. Это одна из 4 этих философских школ. То есть эти 18 школ, они все принадлежат традиции лайфхашиков. Поэтому, если, конечно, подробно, можно их изучать. Но о них очень мало сведений сохранилось до настоящего времени. Разные исследователи. То есть, допустим, в Тибет эти традиции не пришли. То есть живые традиции до тибетцев они не дошли. Тибетцы о них узнали только вот из трактатов там индийских мастеров, да. То есть живые вайфхашики, они в Тибете, их в принципе не было. Ну, можно сказать, практически не было, да, которые придерживались на самом деле этих взглядов. И вот о взглядах вайфхашиков, допустим, узнавали из тех же трактатов там Бхавивеки, кто там их критиковал, кто с ними спор выступал, там индийские мастера, да, пандиты, которые составляли свои философские трактаты. А также вайфхашиков взгляд хорошо известный из Абхидхармакоши, это Васубандху, да, трактат. То есть из этих только косвенно тибетцы могли узнавать, допустим, только из этих трактатов косвенного зрения тех школ. Живых последователей этих традиций тибетцы, наверное, скорее всего, не встречали. Вот, поэтому как бы вот эти подробности, как бы особенности взгляда вот этих 18 подшкол вайфхашки, да, очень такие смутные представления у источников есть. Вот, о них. Вот. Сейчас, может быть, какие-то санскритские, может быть, памятники, там, ученые, может быть, доступны, первоисточники, да, этих подшкол. Возможно, может, какое-то более полное представление можно получить. Но, к сожалению, я не обладаю большими знаниями в этом плане. Вот, знаешь, что было 18 школ, которые были под школами лайфхашиков по взглядам. Вот. Ну, школ было, конечно, больше. Было и не буддийских очень много школ. Вот, среди буддийских было очень много школ. Среди самих матхьямиков там подшкол очень много, да. 4 больших философских школы. Там матхьямики делятся на 2 крупные школы, да. Сватантрика матхьямики и прасангика матхьямики, да. Читаматрины делятся еще на 2 традиции. Там последователи источников, то есть на авторитетных источников, последователи логики. Там саутрантики еще тоже на 2 категории делятся и так далее. Вайфхашики еще на 18 школ делятся. Поэтому, если подробно изучать, очень много может разветвлений быть. Опять же, сватантрики, там йогачара сватантрика матьямики, там есть как их, саутрантика сватантрика матьямики, то есть еще подшколы есть, да? То есть очень много можно выделять разных школ. Вот. Поэтому, если свести их к самым крупным, принципиально, как бы, да, обычно 4 выделяют. Но это, опять же, в тибетской традиции. Не знаю, как школы в других традициях, там, Хировадина тоже свои какие-то школы есть. Вот, поэтому я не могу в целом как бы об этом говорить, только именно в рамках того, что я изучал, это именно тибетская традиция. И тибетская традиция традиционно 4 крупные школы выделяет. Когда закончится Эрсар? 23 мая начнется, плюс 30 дней, это где-то 20. Первого, что ли, июня где-то будет. Ну, в календаре можете посмотреть, я точно не могу сказать дату окончания. Вот. 21 июня, ну вот, спасибо, написал. После того, как Будда Шакьямуни достиг состояния просветления, как ему удавалось объяснять, не зависеть от богов? Наверное, это было достаточно провокационным для его современников. Да, на самом деле учение Будды для его современников это было, наверное, революционное как бы учение, потому что он не признавал
авторитет вед, во-первых, ну, хотя кроме него были еще джайны, которые тоже не признавали, да, авторитет вед, и были чарвака, по-моему, такая школа у нигилистов. Вот несколько было течений, которые на веды не опирались, да. А были еще новые индуистские школы, которые тоже на веды не опирались. Есть ортодоксальные шесть, по-моему, подшкол философских, для которых авторитет вед был непререкаем. Потом были новые индуистские тоже подшколы, там Санхья, по-моему, туда тоже ходит. Ранняя Санхья, по-моему. Вот, они тоже не особо считались ведами, но хотя были внутри индуистской традиции, да. Вот, буддизм принципиально новое течение, как бы, которое появилось, которое, в принципе, кастовое разделение не признавало. Не признавало, как бы, веды, не признавало вот эти ритуалы, которые на ведах основываются и так далее. И также буддизм был атеистической религией, то есть, как сказать, которая не признает концепцию творения, да, единого Бога-творца. Вот, как и джайны, вот это были считались это атеистические традиции. В остальных, как бы, традиции того времени, они, некоторые считали создателем миров Брахмы, некоторые считали создателем миров Ишвары. Ну, Ишвары — это, собственно, и есть творец, да, то есть разные тоже были представления, но в основном была концепция вот как раз атеистическая, то есть креационистская, да, или как правильно называется. То есть они признавали концепцию творения, как бы, мира каким-то существом, сверхсуществом. Вот. Будда отрицал эти воззрения, как бы, он критиковал. Вот. Естественно, это вызывало, как бы, как сказать, много. Ну, не нравилось многим, скажем так. Поэтому, но тем не менее, как бы, Будда, есть вот события истории жизни Будды, как победа над шестью еретическими учителями, есть такое событие, даже вот на Цагансару у нас обычно приурочивает, да, праздник. Почему называют Цагансар, считают таким священным месяцем с буддийской точки зрения? Потому что именно в это время, как бы первый там лунный месяц, Будда, он совершал вот эти деяния. То есть до 15, 15, в течение 15 дней у него диспут длился с этими учителями брахманистскими. Вот, и в итоге, в ходе которого Будда вышел победителем. То есть Будда не просто проповедовал свои взгляды, он мог их как бы доказывать, да? То есть даже противникам, которые не считали их правильными. Вот, поэтому как бы в этом, наверное, заключается успех его, потому что до внутри как бы брахманистской страны, скажем, да, потому что там большинство и его действия тоже ведом обучали, да, то есть, ну, как брахманской традиции. Вот, и для этих, среди, ну, в такой среде, как бы, вот это революционное учение проповедовать, которое не признавало разделение на касты, которое, как бы, оценивало людей согласно их достоинствам, а не их происхождению, да, которое, как бы, не считало, что нас кто-то создал, а что все зависит от самого человека, то есть не боги решают, а сам человек может достичь чего-то, да, освобождения, нирваны. То есть не какой-то Бог там с неба посылает тебе там все твои беды или там добро, что нужно ему молиться, да, а что от тебя самого все зависит, да, то есть такой центр ты становишься, да, всей вселенной, как бы. Вот, поэтому, как бы, это было, конечно, новое учение для Индии того времени, естественно, очень много противников было, но, тем не менее, Будда очень был убедительным, поэтому даже в такой среде ортодоксальной, да, он смог успешным быть проповедником, вот, и благодаря чему, как бы, буддизм, ну, стал популярным в Индии, то есть в севере Индии практически, в каждой стране из этих восьми стран точно были буддисты на севере Индии, в больших количествах при том. Сами правители этих стран тоже, они были очень уважительно относились к Будде. Вот. Ну и нужно сказать, что в Индии того времени очень уважительно, в принципе, к духовным и разным традициям относились люди все в целом. Неважно, там они были последователями индуизма, либо уже буддистами были, либо джайнами были, там, либо еще каких-то течений придерживались. Да? Вот это вот как раз и устейство очень часто подчеркивает, что в Индии эти традиции, вот эти как бы толерантные отношения, да, к непохожим на тебя взглядам, да, то есть с различия вот эти к религиозным различиям, они очень древние, эти традиции, потому что даже во времена Будды известно, что
Вот они ходили за подаянием с монашеской общины, и им делали подношения не только буддисты, как бы, да, то есть они находились в разных обществах, вот, и поэтому, как бы, они постоянно могли находить себе пропитание, потому что в Индии, как бы, еще с тех времен очень высок был, ну, как бы, дух, такое уважение в духовности к целому. То есть, как бы, ну, практики, аскеты, скажем, там, философы разные, да, разных мастей, они в Индии очень много их было в то время, вот, и все они, как бы, получали подаяние, уважение со стороны населения, и благодаря чему, как бы, вот эта вот, скажем, духовность, она процветала, в принципе, да, то есть, хотя разные философские воззрения были, разные течения, разный образ жизни вели, но все они уважались, как бы, одинаково. Вот, и теми, и другими, то есть буддисты уважительно относились к последователям других традиций, да, последователи индуистской традиции очень уважительно к буддийским монахам относились и так далее, то есть это очень было такое, атмосфера такая была, видимо, доброжелательная. Вот, хотя, конечно, были между ними там философские свои разборки, скажем так, да, вот эти диспуты там и так далее, но в целом, как бы, духовность, она очень уважительное отношение было к духовности в целом. Вот, были, конечно, в жизни Будды не все так гладко было, были люди, которые его откровенно не любили, там его двоюродный брат был, который его ненавидел всю жизнь, завидовал ему, вот, Девадатта, то есть очень много козней делал, да, для всего, потому что он всю жизнь думал, что Будда – это шарлатан, который людей обманывает, вот, ну и зависть, как очень сильно омраченное было существо, этот Девадатта, и в итоге он, как бы, в буддийских поучениях он становится, знаете, таким антиподом Будды, хотя у него лично достоинств очень много тоже было, вот, но так как у него было очень сильное чувство зависти, как бы, это все отравляло его всю его жизнь, как бы, вот, он тоже претендовал быть духовным учителем, но, естественно, он не был просветленным, поэтому он не мог Будде конкурентом быть, как бы, да. И при том, с другой стороны, как бы, вот, почему, я думаю, буддизм тоже очень был такой жизнеспособный в то время, да, потому что буддийская община обходилась самым малым. Как бы, правила, которые создал Будда для общины, они были очень такие минималистичные, да, то есть монах должен был обходиться самым минимум, то есть просто пищу для пропитания иметь, подаяние получать, да, и, ну, одежду просто три куска ткани иметь, чтобы оборачивать свое тело там от холода, от дождя там спасаться и так далее, да, вот, и все, и как бы больше как бы монахам и не нужно было, поэтому это как бы уважало, ну как бы это, как сказать, порождало уважение у окружающих, то, что монахи, они действительно духовной жизнью живут, да, потому что не лицемерием занимаются, да, а действительно отказались от всего, вот, и действительно они устремляются к просветлению, это вызывало уважение, как бы, у окружающих, вот, и поэтому, как бы, монашеская община, она была, как бы, очень, такая, как сказать, среда благоприятная, да, то есть, и поэтому в том обществе она, как бы, легко могла найти себе место, потому что многого она и не требовала от окружающих, да. Вот, ну, это много можно об этом говорить. Чингисхан был чакравартином. Есть, согласно буддийским традициям, есть три вида чакравартинов. Есть золотой чакравартин, серебряный и железный. Вот, не тот, не люб... То есть из этих трех чакравартинов, говорится, они чем отличаются? То есть чакравартина – это вращающее колесо, то есть чакра, да, это колесо, вартина – это вращающее. То есть считается, что он обладает атрибутами такими, чакравартина, то есть у него там 8 вот этих символов есть, там супруга, военачальник, слон, конь, что там было еще, колесо, вот. Ну, вот колесо это имеется, диск вот этот такой. То есть, ну, такие были атрибуты чакравартина, вот. И считается, он это как бы семейный правитель, да?
Вот, и Золотой Чакраватин, он становится правителем естественно. То есть он настолько мудр и как бы заботится о других, что люди сами как бы естественно его выбирают своим правителем, он становится правителем как бы и мудро управляет, и как бы при нем все процветают, да. Серебряный Чакравартин, он сам приходит к власти, но люди признают его как бы власть, по-моему, так, какая-то градация там есть. И вот Железный Чакравартин, это самый как бы из этих трех ниши считается, как бы, да, он с помощью оружия приходит к власти. Но он не использует оружие, он просто там говорится, что он показывает свою силу, и все признают его как бы право управлять. То есть он не покоряет физически оружием, да, а просто что вот он такой сильный, и как бы с этим начинают все считаться и идут как бы под его управление. То есть вот этот железный человек. То есть он не вел ни железный, ни тем более золотой и серебряный, они ведут войн завоевательных. То есть это как бы буддийское представление о таких правителях идеальных, поэтому они не могли вести войны завоевательные, в принципе. Поэтому Чингисхан не мог быть важно, в принципе. Но это противоречит с буддийской концепцией входит. Но вот железный он использует оружие, да, но он не использует его для убийства. Просто для как бы демонстрации своей могущества. Как это правильно. Но это подробно об этом я где-то читал, я не помню, в каком-то источнике. Он даже где-то вот по Абидарме какой-то есть литературе. Абидармакоша, может быть. Как правильно проводить Урсар? Это в следующем эфире, через неделю. То есть сегодня 10-е, 17-го мы проведем эфир, а 23-й Урсар начнется, поэтому время будет. Какой должен быть ума? Ну, положительный всегда должен быть строй ума. Независимо, там, Урсар или не Урсар. Если у вас ум положительный настрой, то вы будете счастливы. Там неважно, это мацикодер сегодня, не мацикодер, если вы как бы сострадательны и как бы проявляете любовь, заботу об окружающих, во-первых, вы сами будете счастливы, окружающие будут счастливы. Вот, поэтому это всегда полезно в любое время. Не 27-го, эфир 17-го будет, да. Версаль начинается с 23-го, вот он. Будда считал, что мир появился, или мир всегда существовал, или на этот вопрос улыбался. Ну, в буддийском представлении, как бы, эта вселенная, да, которая сейчас есть, в которой мы сейчас живем, она появилась. Но она появилась не потому, что ее кто-то создал, а она создалась в силу естественных причин и условий. То есть говорится, что есть цикличность существования, как бы, вот этого материально-физического мира, в котором мы живем. Вот. И считается, что есть период создания Вселенной, период, ну, как бы, появления Вселенной, период ее существования, период ее разрушения. И за этим следует новый цикл создания новой Вселенной и как бы и так далее. И также Вселенных может быть не одна. То есть их очень много, там мириады миров обычно, там опять же такими цифрами говорится, неопределенными, да, там мириады говорится там, то есть их очень много. Три тысячи некоторые так переводили, да, но на самом деле это число такое джагме, это по-тибетски, это означает бесчетное количество миров существует. Поэтому та вселенная материальная, которую мы сейчас видим, это одна только из возможных миров, которые существуют. Поэтому как бы здесь очень сложно говорить, что создается или разрушается. Вот. Но если конкретно наш мир и нашу вселенную, в которой мы живем сейчас, брать, то был период, когда ее не было, да, когда она появилась. Потом сейчас и период существования, потом придет период разрушения, потом снова будет снова Вселенная создаваться. И считается, что это происходит в силу кармы живых существ. И вот эти миры, материальные вместилища, да, где живые существа обитают, они тоже в силу совокупности этих живых существ, они создаются, формируются. Вот. Это в Абидхармакоше описано этот процесс, это четвертая глава, третья глава, вернее, третья глава Абидхармакоши. Учение о мире Лока Нирдеша, оно на русском языке с автокомментарием у Субанху, оно есть. Конечно, там такая древнеиндийская модель мира как бы описана,
Но вот этот сам принцип возникновения Вселенной, я думаю, он, в принципе, актуален. А считается, что как бы вот этот поток живых, ну, как бы в перерождении, он безначальным, потому что мы не знаем, когда это началось, с чего это началось. То есть вот на этот вопрос Будда не отвечал. Потому что какой-то один был любитель споров, который пришел к Будде просто, чтобы его там какие-то такие, знаете, вот, такой есть вопрос, на который там нельзя как-то ответить вообще, в принципе, не ошибиться. То есть логически такие бывают, да, ловушки. Вот, и он решил как бы в Будде прийти, и вот его там на этом подловить. И вот он ему задавал как раз такие вопросы, что мир безначален или у него есть начало. Потом, что там было, есть ли Будда после нирваны или нет его, что такое, вот тут было 12, по-моему, вопросов, но Будда решил не вступать просто с ним как бы, в диалог, он просто сохранял молчание, понимая, что ну, смысла нет как бы, с человеком спорить, потому что он пришел спорить ради спора, как бы, да, не для того, чтобы выяснить истину, а чтобы просто, не знаю, самоутвердиться или как это правильно говорить. Вот, поэтому в традиции говорят, что на эти вопросы традиционно Будда не отвечал. Но после позднейшие комментаторы, как бы, да, и философы буддийские, они пришли к позиции, что все-таки безначален мир. То есть, как бы, этот поток, он существует, ну, с безначальным временем, так как начало достоверно мы обнаружить не можем. Сколько бы мы ни думали, сколько бы мы ни анализировали, начало, чтобы вот мир сейчас он есть, а до этого не было, вот эту точку найти мы не можем. Вообще никак, в принципе. Ни умозрительно, ни вообще никак. То есть достоверно мы никак. Мы одинаково можем говорить, что он имеет начало, одинаково можем говорить, что безначально. Ни то, другое мы не можем проверить. Поэтому Будда, он, как бы, он очень как бы, практичные такие наставления давал. И есть такая известная сутра, которая называется Малункия сутра. Малая Малункия сутра есть такая же. На русском языке в переводе есть тоже. Вот, Малункия это был такой монах во времена Будды, который как раз вот его терзали сомнения по этому поводу, потому что он был свидетелем этой сцены, видимо, да, когда Будда не отвечал на эти вопросы. Вот, и вот его терзали сомнения, на самом деле Будда знает ли ответы на эти вопросы, да, или может он просто из-за того, что он не знал, он молчал. Тогда получается Будда не всеведущий. И вот он, как бы, вот это его сомнение его мучили, и вот он медитировал, и постоянно его вот эти мысли его как бы проходили, а вдруг Будда он не всеведущий, да? Вот, и в итоге он, как бы, уже надоело ему, как бы, это мучиться, и он пошел к Будде и решил попросить Будду, чтобы он ему развеял сомнения, да, на этот счет. И Будда ему ответил, что привел в пример ситуацию, вот если, как, представьте себе, что человек, который ранен ядовитой стрелой, вот, и вот ему говорят, ну, ему хотят, как бы, сделать, там, рану, стрелу из раны вынуть, да, там, омыть рану, да, промыть ее, там, не знаю, противоядие какие-то дать и так далее, вот, но он это не дает делать, он это не дает делать и говорит, вот, пока я не выясню, кто это стрелял, сколько ему лет было, там, какой цвета стрела была и так далее, то есть, с какого лука он стрелял, с какой дистанции и так далее, пока это все я не выясню, я не дам это делать. Вот насколько он мудро поступает. Правильно ли поступает этот человек? Естественно, Малункия говорит, что нет, это неправильно. Нужно сначала как бы вынуть стрелу, промыть рану, противоядие там применить, а потом уже выяснять такие обстоятельства, да, зачем стрелял, кто стрелял, зачем стрелял и так далее. То есть самое первое, что нужно сделать, это обезопасить себя. И вот Будда ему говорит. И вот то, что я вам дал сейчас, вот эти учения о четырех благородных истинах, что есть страдания, причина страданий, избавление страданий, путь, ведущий к избавлению страданий, это именно то, что вам сейчас и здесь сейчас нужно. А то, что если вы будете выяснять, мир бесконечен или конечен, есть начало у него или нет, такие сложные, как они называются, философские вопросы, то у вас просто жизни не хватит, чтобы это выяснить. Да и вы не сможете выяснить при своих способностях, да. А то, что вам сейчас нужно и полезно, я вам уже дал, как бы, ну, такой смысл этой сутры. Ну, там очень хорошо, конечно, хорошо написано. Более, как бы, не как я сейчас рассказал, да.
правильно, как бы слогом сказано, но смысл такой, что вот Будда советовал не терять время на такие отвлеченные, абстрактные какие-то вещи, а именно заниматься как раз спасением себя, вот, скажем, в первую очередь, да, то есть, вот, поэтому, как бы, ну, такая практичность, как бы, присутствует. Конечно, кого-то, может, и не удовлетворит такая история, как бы, что Будда опять в очередной раз уклонился, да, на эти вопросы. Поэтому последующие философы, там, Нагарджуна и там, и так далее, которые разработали концепции, да, эти все, они говорили, что мир безначален, хотя Будда на это не отвечал конкретно. Вот, пришли к концепции, что он безначален, потому что начало обнаружить невозможно. В Афганистане были статуи Будды, там, получается, практиковали буддизм. Да, буддизм считается, что был распространен на территории Средней Азии. Вот. Считается, вот как раз мировой религией буддизм сделал именно император Ашока. Потому что он в свое время, когда он стал сам буддистом, он отправлял миссионерские группы в разные стороны света. Вот, на восток, на север и на запад. И говорится, считается, что некоторые версии есть гипотезы, что вот как раз вот эти монахи, которые отправлены были Ашока, они дошли там до Греции и там повлияли на греческую философскую мысль и так далее. Там, не знаю, есть такие гипотезы, да, но это насколько подтверждено, это я не знаю. Но какие-то есть сходства как бы между греками и древнеиндийскими мыслителями, потому что у них тоже там какое-то взаимодействие происходило. Возможно, буддийские какие-то концепции повлияли также и на греческую философию. Вот. Но то, что на север, которые ушли монахи, они как бы в то время было сагдийское государство, по-моему, территория Средней Азии современной. Вот. Там, говорится, буддизм очень широко распространился. Очень много было, видимо, последователей. Были крупные храмы построены и на территории современного Афганистана тоже. Вот, и как бы археологи находят очень много свидетельств, что вот первый век где-то нашей эры, да, или там первый век до нашей эры, где-то в этот период там на территории вот современных стран Средней Азии и территории современного Афганистана, Пакистана также, что там было очень много буддийских храмов, то есть очень был распространен буддизм. Именно традиции, именно Хировады, как бы. Хировады, как, ну, малая колесница считается. И как раз эти статуи, вот они как раз это свидетельствуют. Хотя некоторые статуи отдельно находятся, махаянские, это божество. Но это как бы еще тоже вопрос большой. Вот. Сохранилась ли сегодня традиция Пратикабуд? Пратикабуд, как бы это не отдельная традиция. Вообще считается, что традиция Пратикабуд в принципе не может существовать, потому что Пратикабуды — это существа, которые в одиночку пытаются достичь просветления, и в одиночку, как бы, они постоянно никого не оставляют, еще никого не учат. Поэтому, то есть Будды сами для себя считаются. Поэтому считается, ну, как традиция Пратикабуд, в принципе, не могла, наверное, существовать. Шраваки, они всегда вокруг Будды учителя, то есть они слушают, то есть шраваки переводятся как слушающие, да? То есть они слушают, практикуют, достигают просветления, освобождения, архатства, да? И они вокруг Будды всегда находятся. Поэтому Будда, он создает традицию, шарваки ее сохраняют, продолжают, как правило. Как раз то, что им доступно, как бы, в первую очередь, да, то, что они сами практикуют. Вот, поэтому в этом плане можно говорить. А вот так традиция — это одна только буддизм, как бы, да. То, что традиция отдельно шарваков, есть традиция, как бы. Ну, бодхисаттва так выделяется философски, но это, опять же, это не именно, что они шарваки, а именно их воззрение тяготеет к практикам шарваков, да. Там у махаянистов, допустим, воззрение, которое тяготеет к практикам махаянским, да, бодхисаттв. Поэтому как бы такие шраваки, школы шраваков философски выделяют школу махаяны, да. Но это так, условно, довольно-таки разграничение. Вот, ну я извиняюсь, время заканчивается, на все вопросы не удалось ответить, но можете задать следующие эфиры. Спасибо за то, что задавали вопросы, то, что присоединились. Все, до свидания, всем обязательно.